в этой серии. Дьяволик! Кто ты? Кто ты такая? Эва Кант, твой партнер. Партнер? Ха! Возможно, ему досталось больше, чем мы думали. Похоже, у него амнезия. Дьяволик. That slips through the night. Always on the prowl. Never in sight. Воспоминания. Не волнуйтесь, через пару часов приедет береговая охрана и развяжет вас. Есть жемчужина Васкеса. Самая ценная из всех жемчужин. Мальчики, сложите добычу в сумку. Осторожно. Наоми, к нам гости. Эй, леди, покупай мой осьминог. Нет, осьминога леди не хочет покупать. Ладно, я его отдам так. Дьяволик, давай. Знаю, что Дейну нужны драгоценности. Но пантера этого не допустит. Эй, нет, не трогай меня. Волф, будь так любезен, верни моего братца на землю. Кстати, можешь с ним не церемониться. С удовольствием. Дьяволик! Принеси мне то, что от него осталось. Все в порядке? Ди, не молчи. О! Мы его упустили из-за дыма. Зато мы знаем, что он ранен. Да, это меня немного утешает. Долго же ты спал? Какой у тебя ужасный синяк. Кто ты? Я тоже рада тебя видеть. Кто ты такая? Дьяволик, что за шутки? Назови мне свое имя, или я... Эва. Эва Кант. Твой партнер. Партнер? Ха! Только этого мне не хватало. Но ведь я... Что, по-твоему, я здесь делаю? Почему я тебя спасла? Ничего не могу понять. Дьяволик. Почему ты меня так зовешь? Это твое имя. Это кличка пантеры моего отца. Нет, ты точно надо мной издеваешься. Слушай меня. Твое имя Дьяволик. Твой отец Кинг. Он... Молчи! Ты ничего не можешь знать о моем отце. Нет, знаю. Дьяволик. Не зови меня так. Ты сказала, твоя фамилия Кант. Есть ожерелье Кантов. Да. Вспомнил? Вспомнил.
Я его собираюсь украсть. Но сначала... Дьяволик, стой! Ты не понимаешь, что творишь? Ты давно порвал с отцом! Дьяволик! Отец? Да. Я кое-что украду для отца. У меня есть план. Я готов. Но я никак не могу вспомнить ключи. Штаб Дьяволика в Афинах. Но его нигде нет. А теперь вернемся. А сейчас в эфире передача «Странная правда». Полицию поставила в тупик исчезновение из Национального археологического музея связки ключей, предположительно относившейся к концу 16 века. Очень странная кража. Ничего странного. Это Дьяволик, я уверена. Сэр, неужели никаких следов взлома? Нет, инспектор Гинко. Но охранник заметил какого-то человека, одетого в черное. В полиции нам дали ваш телефон. Так значит, этот вор ничего не украл, кроме ключей? Верно, инспектор. Тогда каким образом вы обнаружили пропажу? Вору не повезло. Он не мог знать, что в этом году мы впервые решили сделать опись экспонатов. Скажите, а когда видели ключи в последний раз? Точно помню, позавчера. Вчера их заменили этими. Позвольте, на первый взгляд они ничем не отличаются, но это только для непосвященных. Подлинные ключи выполнены мастером 16 века Петросом из Фессалоник. Они всегда были в одной связке. В одной связке? Зачем? Конечно, чтобы открыть дверь. Это хитрая штучка. Петрос был помешан на головоломках. Я их ненавижу. Я люблю ясность. Ключи представляют ценность? Для простых людей нет. Но мне, как специалисту, они очень интересны. Скажите, от какой они двери? Никто не знает. Кое-кто знает. Дьяволик. Парню, который недавно крутился около меня, здорово досталось. Я тебя предупреждаю. Наоми, это я. Ты? Не узнаешь? Неделю назад мы вместе обедали. Правда? Обедали? И кто был? Я, ты, мой брат, отец. Но ведь... Да, вспомнила. Отлично. А я решил, что ты меня не узнала. Нет, я узнала. Но... Слушай, скажи Дейну, у меня есть план ограбления. Все готово. Ты хочешь, чтобы я сказала Дейну? Лишь одно слово. Фессалоники. Фессалоники? Ты ничего не путаешь? Ничего. Я помню весь наш разговор до единого слова. Верь мне. Верю, верю. 8 лет назад мой брат нашел способ, как ограбить хранилище банка Фессалоник. Но у него не было возможности. 8 лет назад? Дейн, тогда мы обедали с Кингом, но... Ничего не понимаю. Это ловушка? Возможно. А может, ему досталось больше, чем мы думали. Похоже, у него амнезия. Значит, его контузило. Сюда. Что будем делать? Братишка-дьяволик задал тон. Невежливо будет ему не подыграть. А что, если он действительно возьмет банк? Тогда назначим встречу. Возьмем камни. Поблагодарим за все. А дальше пусть им занимается Вулф. Когда упадет это дерево, будет слышно на 100 миль вокруг.
Эй, а? Последние годы на дороге развелось немало воришек. Но теперь мы без охраны не ездим. Оглянись-ка, приятель. Руки вверх. Заброшенный греческий ресторан, винный погреб. Странно. Когда я недавно сюда заходил, это был самый знаменитый ресторан в Фессалониках. А сейчас? Надеюсь, вам здесь будет удобно. Потайная дверь Петроса. Как раз там, где я предполагал. Продавец автомобилей сказал, что человек, похожий на дьяволика, взял на прокат ту же машину, что и 8 лет назад. К счастью, в Фессалониках не так много подобных спортивных машин. Ладно, посмотрим, смогу ли я обнаружить его на мониторе. Есть! Он на Ривер-Роуд. Я покопался в архивах и выяснил, что ремесленник Петрос собственноручно сделал несколько таких дверей. Да. В банке Фессалоников сработала сигнализация. Здесь подземное хранилище. Что значит эта пунктирная линия на реке? Это подземный ход. Он ведет в подземелье. Естественно, там есть дверь. Великолепно. Отец будет очень доволен. Он там! Дьяволик! Тебя отсюда не выйти! Стой! Ты окружен! Что ж, я уйду более коротким путем. Он взорвал стену и ушел по реке. Срочно патруль! Хотя вряд ли это поможет. Дьяволик? О, а это опять вы. Подожди, мне надо с тобой поговорить. Простите, но я плохой собеседник. Я не отпущу тебя, дьяволик. Я тебя все равно догоню. Стой! Ты мне не нравишься, братец. Будь со мной немного повежливее. Циниман, ты скотина. Дьяволик, ты вздумал шутить? Всю жизнь меня звали Вулф. С какой это стати? Неужели ты совсем ничего не помнишь? О чем ты? Ни о чем. Неважно. Тебе удалось украсть из банка драгоценности? Да. Отцу они должны понравиться. А вы даже не надеетесь, что они попадут в ваши жадные липкие руки? Да что ты, братец? Ведь я, так же как и ты, работаю на Кинге. Идем? Нас ждет великолепный ужин. Дьяволик направился прямо в пасть льва. А думает, что попал в родной дом. Ничего не остается, как отправиться за ним.
Привет, детка. Я тебя давно жду. Что бы ни говорил дьяволик, мы знаем, что вы с ним заодно. Веди ее к Дейну. Этот камешек, о, да он просто великолепен. О, даже не помню, когда мне еще было так весело с тобой. Потому что мы никогда вместе не веселились. Пожалуй, надо сказать о камешках отцу. Придет время, скажу, дружок. А, Наоми, у нас гости. Я знала, что это уловка. Его подружка примчалась на выручку. Это не моя подружка. Она работает на полицию. Дьяволик, тебя никто не спрашивает. Отчего все меня так зовут? Потому что это твое имя. Игра окончена. И победителем в ней я объявляю себя. Не знаю, что вы задумали, но план не удался. Итак... Брат! Я знаю, что ты ничего не помнишь. Поэтому лучше доверься мне. Ха-ха-ха. Думаешь, от этого мне станет легче? Ладно, хорошо. Взгляни на себя. Ты работал на Кинга, когда тебе не было 20. Вот твое отражение. Ты стал на 8 лет старше и намного умнее. Ты ничего не понял? Твой брат Дейн — твой заклятый враг, а я твой лучший и самый близкий друг. Не понимаю, о чем ты говоришь. Дьяволик не обманывал? Выходит, он и правда потерял память. Хорошо, можно этим воспользоваться. Хотя бы, пока к нему не вернется память. А затем? Он отправится к своему лучшему другу, который через полчаса канет в небытие. Брат, о, я прошу прощения. Как я мог подумать, что ты заодно с этой дамой? Все в порядке, Дейн. У тебя просто паранойя. Значит, ты не против, если мисс Кант исчезнет? Не против. Наоборот, я ей даже помогу. Гуманнее будет завязать ей глаза. О, это я тоже возьму. Неужели ты настолько слеп? Нет, я все прекрасно вижу. Не бойся. Готов, Вулф? Готов. Хорошо, итак. Получайте! Нет, не надо. Взять их. Взять их обоих, Вулф! Или я за последствия не отвечаю. Думай, как отсюда выбраться. О, только этого не хватало. Не завести? Вставайте, живо, живо за ними. Камни вернули в банк. Ну, как ты? Ничего. Как ты думаешь, что вывело тебя из состояния амнезии? Не знаю. Лицо Дейна, твои духи. Ты сказала, что ты мой лучший друг. А может, мой внутренний голос подсказал мне, что я поступаю неправильно. Это не важно. Ты прежний. Автор сценария Жан Шевиль. Композитор Мишель Дакс. Режиссер Жан-Люк Эйяк.